Врачи, педагоги, инженеры, работники культуры и военные. В этом зале собрались заслуженные сотрудники предприятий городского округа. Их фотографии украсят в этом году доску почета, а на торжественной церемонии их наградили памятными дипломами. Выразить благодарность заслуженным химчанам пришли депутат Государственной Думы Ирина Роднина и лидеры движения общественной поддержки Михаил Раев, Елена Андреева, Татьяна Кавтрева, Александр Дринов, Александр Васильев, Валентин Герасимов и Ирина Спирина. На доску почета были представлены практически все специальности, которые есть и врачи, и педагоги, и сотрудники полиции, и сотрудники следственных органов, также химспас. Поэтому это пример для подражания, это гордость нашего города. Я хочу им сказать огромное спасибо за их добросовестный труд, за их порядочность, честность. От них зависит очень многое в этом городе, жизнеобеспечение города. Среди награждаемых Артем Быстриков. Он уже больше 12 лет работает водителем автобуса. За это время он проехал не 1000 километров, возил людей во время проведения Олимпиады в Сочи. А теперь на этом же автобусе работает в Химках. Его портрет также украсит городскую доску почета. Эмоции просто переплескивали, потому что на доске почета ведь оказаться большая честь. И родным еще даже не сказал, так как хочется, чтобы для них это был уже сюрприз такой официальный, когда я приведу младшую дочь к доске и покажу ей свою фотографию. Я думаю, будет большой восторг. В этом году награды получили 30 человек. Традиции награждать лучших работников городского округа уже много лет. Ежегодно каждое предприятие выдвигает кандидатов для размещения на доске почета. Это заслуженные работники, которые много лет трудились на благо города. Когда твои достижения отмечаются, когда ты чувствуешь, что все, что тобой сделано, оно приносит не только тебе результат, не только тебе радость, но это еще и радость других людей. Открытие доски почета состоится 4 сентября в День города.